Впервые на площадке благотворительных игр сами дети. В будни эти мальчишки тренируются для большого баскетбола, а сегодня кидают мяч за своих сверстников, пациентов детского онкоотделения. Общее решение, но я больше хотел всего играть. Ну и тем более детям помочь. Игра закончилась час назад, а они все еще на баскетбольной площадке. Нет, не в тягость, это в радость, это любимое дело для них. Командные игры и благотворительность объединили в 2017-м в лиге «Мой спорт 22». В нее входят исключительно любители. Год назад начали с волейбола, сегодня здесь и баскет, и футбол пляжный. После зимней спячки спортсмены бесстрашно падают в холодный песок, едва поспевая за мячом. Тяжело в любителях играть, все стараются, играют хорошо, борются за мяч. Толкаемся, больше попадает по ногам, больше моментов травмоопасных. Но агрессии в меру, хоть играть в таком символическом турнире с амбициями. В волейболе медали разыграли 11 команд, 10 в баскетболе, 5 в футболе. По одной от самых разных общественных организаций и компаний города. Но цель у всех одна – победить болезнь детей. Если бы, например, я знал, что ради меня там собрались 200 человек, 50 человек, 10 человек, и это для меня, я бы расплакался точно от радости. Я думаю, что в следующем году у нас будет еще больше команд, мы приглашаем все-таки еще новые команды, пусть не стесняются, заявляются, приходят. Будем всех рады видеть, это будет еще больше, еще массовее турнир по всем видам спорта. Может быть, мы еще кого-то привлечем на четвертых, пятых. Эмоции от турнира останутся с участниками, а маленьких пациентов, которые неимоверными усилиями встают с кровати и улыбаются, несмотря на тяжелые процедуры, поддержат не только улыбки. Организационный взнос от каждой команды, а всего 40 тысяч рублей, перечислят на счет фонда «Мать и дитя». Эти деньги пойдут на лекарства и приобретение билетов в федеральные центры для операций, от которых зависит жизнь. Анастасия Дороган, Александр Антропов, наши новости.